Мияги. Наверное, японец тоже. Мияги. Пивакур. Что за пивакур? Какой-то тут серый танк, да, по-моему? На этой карте, как и карта какая-то говняная, такой же танк. Сузянки. Эффект дыма. Он вообще двигается-то? А, та картинка, кстати, по-моему, даже не двигается. Двигается перед ней. Круто. Чё сказать-то? Ну, я просто решил посмотреть. Никогда не заглядывал. Ну, я никогда тут и не играл. Дайте сломаю вот эту фигню. На! Ха-ха, я победитель этих труб. Дайте я вот эту трубу еще сломаю. Сейчас, подождите-ка. Трах-бабах. Все, видали, я сломал в заводе труб. Теперь не будут заводы работать. Теперь я все сломал, потому что... О, арта попала сразу в КВ2. Братик, ну что тут делать? Ничего не поделать, братик. Надо крепиться, давай. Ты как мужик, ты должен тащить. Ты тем более на советской имбе, давай тащи. Как мужик должен тащить? Все тяготы судьбы должен перетерпеть, перестрадать, короче. А ты попробуй попади. Точнее, попробуй пробей. Так, кому и прописать? Надо кому-то прописать. О-о-о. Да. А тут даже точность не поможет. Потому что тут вообще жесть какая-то. А как тут попасть вообще куда-то? На этом говне я еще не пробиваю. Ну, значит, будем как памятник стоять тут. Накидывают они здраво, кстати говоря. О, пробил Блэк-принца. Ништяк, сейчас мы его раскрепим. Возьму стальную стену, если меня арта не убьет. Да ёперный театр. Ну не попадаю я и все. Ну не может лететь на этом танке прямо. Ну я что сделаю, друзья? Я ничего не могу сделать. Я просто ничего не могу сделать. 2000 уже натанковал. Т-34 сюда приехал. Так, пацаны, не подпускайте этого фраерката. Фраерок пусть в задницу идет. А Хилкет... О, вот Хилкет мне может зарядить. За здрасте просто. Надо его опасаться. Вообще бы его подождать. Потому что он хочет, походу, меня пробить. Выехать. Может, и не хочет меня пробить, выехать. Да Т-25, это твянь вообще от меня. Просто уйди. Противный, блин. 2490. Все, страсти поутихли. Мы уже не так агрим наших врагов. Хотя нет, агрим еще. Все еще агрим. В кого-то я попал еще. Наши союзники пока потихо сливаются. Троих уже из них нету. Все, минус КВ-1. Ну все, я начал попадать. Друзья, сейчас поеду, меня будет не остановить просто. А Т-25, где ты там палишь в меня? КВ-85, давай выезжай, быстрее это делай. Быстрее, чувак, надо уже делать это. Ну это просто стечение обстоятельств на самом деле, это ну... А как бы в обычной жизни меня бы убила арта. Видите, они не могут сюда закинуть. А пацаны, короче, плюнули на это дело. Они могут сюда закинуть. Ой, ты 67 мне попал. Зачем?
Зачем, братик мой? Зачем ты это сделал? Они могут меня пробить, и поэтому они все просто взяли и поехали. Т-25 не видел. Сейчас меня арта закинет. Ага. На тебе в чердак твой. 3600. 3600. Вы поняли. 3600. А просто 3600 уже натанковал. У меня 1000 жизни, я уже натанковал 3600, не пробил. Не пробил. 3600. Не хочу выезжать вот в эту дырку. Т-25 переехал. Смотрите-ка. Молодец. Не получается. Он меня провоцирует. Он меня фугасами убивает. А нет, ББшками или чё? Или фугасы? Хрен пойми, что это такое. ББшки, это фугасы. Но взрываются они как-то странно. Похоже, все-таки это фугасы. Я вот тут и не пробиваю. Да не буду я стрелять, господи. Зачем ты мне нужен? Я тебе буду стрелять, если только в башню. Вот этого надо пацана убивать. Ну черт, началось. Ты 670, ты перестань стрелять в меня. Стреляй в другого чувака. Но я не могу жопой своей куда-то поехать. Наконец-то я его пробил. Так, точно. 2000. 3850. Вы это просто видите. 3850. Ой-ой-ой. Не пробил. Зато этот мне... А, Т-25 меня пробил. А, черт. Т-25 меня пробил. И этот меня пробил. Голдой Black Prince. А я не пробил. Ну все, я скончался там. 4К. 4К натанковал. Вот это да. Отойди. Давайте спросим. Я даже не видел, что он написал. Куда? А куда я тут отойду, да? Скажите-ка мне, пожалуйста. Ну, 4К натанковать, это очень круто. На УИ. Ну, мне везло, видите, арта в меня не попадала. Я бы мог еще и дальше стоять тут, но я уже затупил, надо было мне отъезжать. Блин, как же я затупил. Надо было мне отъехать, действительно. Black Prince попробовать поагрить. Но я что-то сильно в свои силы поверил. Я не думал, что Black Prince меня будет пробивать каждым выстрелом голдой. Хотя у него голда неплохая. Я его не пробью в маску. Ну и я много мазал. Очень много. Ну, точнее, я не мазал, ну, снаряд летит, куда ему вздумается. Ничего с этим, к сожалению, нельзя поделать. Точнее, я ничего с этим не могу сделать. Стерви мы проиграли. Знак классности третьей степени. Третьей степени дали. Даже не второй, даже не первый. Просто третий. Ой, блин. А чё ж тогда надо, невозмутимый, что ж надо тогда сделать тут, чтобы получить первый? Black Prince. Я не представляю. 4-6 тысяч. Ну, я не знаю, как суммарно, да, это считается. 2-4 натанкованного и дают только третьей степени. Жесть. Это круто, да. Наверное, потому что я не попадал. Ну, кто в этом виноват? Это точно не я был. Я в этом не виноват, что не попадал. Если танк косой, что я могу сделать-то? Если оно летит, все в разные стороны.